Наша съемочная бригада побывала на матче команд кабельного и машиностроительного заводов, предприятия, где любят и ценят футбол. Правда, в каждой команде были так называемые легионеры, игроки, которые приглашены той или иной организацией для участия в чемпионате под их знаменами. Но это только сделало состязание интереснее, хотя, конечно, хотелось бы в будущем, чтобы команды обходились без помощи извне. То есть уделяли на предприятии больше внимания развитию физкультуры, проводили в свободное от работы время тренировки, при этом уделяя внимание каждому любителю футбола, а не только в прошлом профессионалам. Спортсменам. Что до игры между кабельным и машиностроительным заводами, то уже в начале матча команды обменялись голами, и казалось, счет 1-1 отражает соотношение сил на футбольном поле. Но это только казалось, исполнительское мастерство игроков одной команды оказалось сильнее желания победить другой, и в итоге 6-1, победа кабельного завода. Из других команд отметим сборную нефтеперерабатывающего завода, на счету которой уже 4 победы, команду «Мозерсталь», имеющую на одну викторию меньше, а также любители футбола из министерства по чрезвычайным ситуациям. Они главные претенденты на бронзу.